Ну, теги, да выросли такие большие уже. Да хорошие теги. На меня нападай прям. Тебя прям налетел и укусил? Ну прям за ногу хватает. Так он может голову туда попасть. Разговаривает. Я ведро набрал, там яблочек маленьких. Они пошли, ведро у меня все колупает, а я фотографирую. Теги. Да хорошие теги. Видишь, в чем дело-то, а? Ой-ой-ой. Хорошие мои теги. Теги. Да какие они красивые. Да клювы выросли у них. Да порубят вам голову всем. Да как жалко-то вас. Учитесь летать-то. И с дикими полетите на юг, а? Теги. Они любят, чтобы с ними разговаривали. Самая умная дворовая птица. Да дружные такие. А эти-то побежал за батюшкой, сейчас на велосипеде едет. Ну еще. Гуси, га-га-га. Я сейчас пройдусь мимо их, посмотрю, как он будет реагировать. Да. Три гуся больших, но. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тега. Я побежал от него. Тега. Тега. Ой, теги какие, а. Ой, ничего не получилось у него тут. Надо со стороны. Ой, как шеи-то вытянули. Но это уж коршун не утащит. Коршун нет. Коршун любит там, где по-другому все. Вот они какие, до шеи вытянули. Ну, к тем гусям подойдут, нет? Теги. Они боятся больших этих, это взрослые. Вон они как пошли сразу. О! Их не догонишь теперь. А ладно. В деревне, как интересно, сегодня облаков почти нету. 3 августа. Похолодало утром сразу после пророка Илии. Вчера был Ильин день. Я делал сравнение Илии с Моисеем. Почему про Моисея у русских ничего почти не знают? Вот так. Порезу сейчас на голубятню, как там голубям.